Какое богатство славного наследия для святых. То же самое, что он нам приготовил. Это 18 стих. И как безмерно величие могущества его в нас. Могущество его в нас. Когда Иешуа ходил по земле, каким-то образом могущество Бога проявлялось в нем, он совершал совершенно поразительные чудеса. То есть там были воскрешения мертвых, он мог управляться с природой, останавливал бурю, изменял течение чего-то. То есть кормил людей из ничего, там были какие-то лепешки, и он целую толпу мог... То есть физическая структура вещества менялась от прикосновения Сына Божьего. Мы помним эти моменты из Евангелия. Но Павел здесь говорит, его могущество и нам дано. А кто из вас по воде когда-то ходил последний раз? Только когда замерзло. Точно. А кто из вас молился за больного? Думаю, что все. А кто видел сразу ответ? Хотелось бы чаще. А в чем это могущество? А давайте зададимся вопросом. А в чем это могущество? В чем же тогда его могущество, действующее в нас? Вы знаете, я вам дам, может быть, только часть ответа. Пускай другая часть придет от вас самих, если вы поразмышляете над этим словом. Вы знаете, факт. Помните, Иешуа сказал, я есть не дверь, никто не может войти к Отцу, как только через меня. Помните такие слова? Иешуа открыл мир грядущий для этого мира. И это не всегда только в чудесах и в знамениях происходит. Это знаете еще в чем происходит? Что в тот момент, когда мы стали его последователями, мы не только подписались под какой-то библейский стандарт, который нам надо исполнять. Каждый из нас стал мини-дверью. И Писание в другом месте говорит, вы, Божьи дипломаты, чтобы примирять землю с небесами или наоборот. Каждый из нас, имея вот это запечатление, помните, метка, Святого Духа, мы становимся носителями мира грядущего для этого мира. И вы знаете что? Не все из нас могут красиво говорить, и не все из нас могут красиво пояснить. Но если мы научаемся жить по его уставам, то каждый из нас становится своеобразным рассадником этого грядущего мира в этом мире. И когда исполнится полнота, вот твои следы, они наполнятся каким-то благоуханием. Сейчас я рисую просто картину. Помните, Писание назвало каждого из нас камни храма. Помните, вы камни. Какие мы камни? Какие мы камни? Вот здесь каждый по-другому выглядит. Какие мы камни? Тем более, что мы плотяные. Просто плод нашей жизни, когда на него наложится божественное проявление, как фотографию проявляют, оно станет намного более фундаментальным, чем все самое материальное в этом мире. И это будет как раз теми основаниями грядущего храма, в котором будет обитать Бог с человеками. Помните, написано в Откровении, 21 глава, «Се скиния Бога с человеками будет обитать с вами». То есть могущество Его, это не только в каких-то проявлениях. Дай Бог, чтобы они были. Но если их нет, это не значит, что Его нет. Ты по-прежнему являешься вот этой дверью в подражании твоему учителю, твоему господину. Потому что от Него ты принял через тебя. Мир грядущий впихивается в этот, вливается в этот мир и заражает его какими-то искрами святости, которые один день станут очень и очень и очень материальными. Вы услышали меня? Каждый из нас, если мы прилагаемся к этому,
И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал в Мессии, воскресив Его из мертвых. То есть это все те же самые силы, которые когда-то воскрешали Мессию. Слушайте, люди, это про нас говорится, что в нас каким-то образом действуют все те же самые силы, которые наполнили мертвое тело Иешуа, когда он лежал мертвый, и воскресили его. Писание здесь использует дважды, которую он воздействовал в Мессии, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Для информации, власть, сила, начальство и господство – это не обозначение начальников в битуах Леуми. Что там начальник, это над ним начальник, это над ним начальник. В библейском языке это какие-то ангельские и сверхъестественные мощи там вверху. Все из нас слышали про таких существ, как ангелы. Слышали? Существуют не только ангелы. Я не буду сейчас заниматься тем, что называется ангеловедение. Но очень коротко. Писание говорит как минимум о 4 видах небесных существ. Они говорят о херувимах, кто помнит херувима, которые находятся там в присутствии Бога, о сруфим или серафим, помните, там с 6 крыльями у Исаия летают, это совершенно другие существа, то есть это не как черные, белые или желтые люди, это как совершенно разных видов творения, мы толком не понимаем, что это, но существуют херафимы, херувимы, серафимы, ангелы. Про ангелов Писание говорит, что как минимум нескольких видов есть ангелы. Есть служебные ангелы, есть ангелы, которые господствуют над стихиями, есть ангелы, которые доносят добрую весть, есть ангелы, которые охраняют народы. Кто-то знает имя ангела, который является покровителем народа Израиля? По Писанию, Михаэль. Помните, в Данииле написано, как ангел говорит Даниилу, твоя молитва была услышана, но я не мог к тебе прийти, потому что меня задержали. И если бы не ваш ангел. Есть такое выражение, как архангел. По всей видимости, это не просто старший ангел, а тоже какое-то существо, которое стоит над ангелами. Начальство. Это что-то другое. Власти – это что-то другое. И вот во всей этой вот сложной ангелологии написано, что из-за того, что Иешуа подчинился просто жизни во плоти и пострадал за нас и воскрес из мертвых, из-за того, что он прошел то, что ему было предназначено пройти – поставил его Бог над всем этим. Вообще поразительная вещь, тайна. Оказывается, Машиах – это не только тот, который освободит нас от ига римлян или от зависимости от Америки, или сделает нас огнеупорными против Ирана, Ирака и прочих наших соседей справа, слева и вокруг, а тот, который является господином, начальником от имени царя царей, Бога, над всем. Это очень интересно, подобное описывается в истории Иосифа. Кто-то помнит, был такой один из сыновей нашего праотца Иакова, Иосиф. И когда он выходит из тюрьмы фараона, то фараон говорит, ты будешь здесь господином, и только троном я выше тебя, а без твоего разрешения никто не может пальцем пошевелить. Другое место Писания говорит, через послушание Иешуа был поставлен на такую позицию. Из-за того, что послушался отцу,
Слушайте, это дает нам очень четкий намек. Или точнее не намек, а указание. Слушайте, что Бог говорит вам. Просите мудрость, как исполнить то, что Он говорит вам. Помните? Бина и хохма. Премудрость и разумение. И прилагайтесь к этому. Знайте, чего Он требует. Мицвот, заповеди. И знайте хотя бы приблизительно, что Он вам обещает. Это вещи, которые как алифбет при чтении. Это как плюс-минус умножить и разделить в математике. Без этого мы не можем следующий шаг сделать. Но нам нужно какие-то вещи просто прописать для себя. Сделайте это. То, что я вам сказал. Запишите, что же Он нам пообещал.